Ты что, снимаешь? Ну, вообще-то уже пора привыкнуть. Ты что, снимаешь? Ну да. Саня, ты предупреждай хотя бы, когда ты начинаешь снимать, что мне теперь с этим делать? Да едай уже. Да ну, да хватит снимать, говорю, ну перестань. Вкусное мороженое. Вообще нельзя. Ну, ты можешь ехать и есть мороженое одновременно? Не могу, это не запрещено законом. Ну что, друзья, всем привет! Эти аплодисменты вам, спасибо вам большое, что вы нас смотрите. Мы решили сделать небольшой эксперимент, друзья. Мы спустились в гор, вот на это замечательное место. Эта дорога ведет из Севастополя куда-то, куда-то в Крым. И мы хотим наше место для съемки, для третьего выпуска, хотим сделать выбор случайным, выбор места съемки случайным. Для этого нам потребуется карта, и мы будем тыкать, Сань, тыкать пальцем в карту. И куда мы попадем, то место и будет наше. Судьбоносное решение. Мы доверимся полностью судьбе. И, глядишь, чудо нас не подведет и оставит нас волшебными. Пойдем сюда. Мы взяли кусочек нашего полуострова, южную часть. И сейчас мы будем просто тыкать пальцем. Я отвернусь и сделаю выбор. И посмотрим это место, куда мы попадем. Договорились? Так, я отворачиваюсь, я кручу пальцем, кручу пальцем вниз. Я не подсматриваю. Опа! Тенистая, ну, больше Суворова. Суворова и значок доллара. Что это значит, я не знаю. Мы едем в Суворова, друзья. Ich schieße. Это то самое место. Мы нашли его. Друзья, это Суворова, 1 километр. И Айвовая. Мы туда обязательно тоже поедем. Давайте спросим. Давай. Здравствуйте, а Суворова дальше? Спасибо большое. Итак, мы въехали в Суворово. Чего ждать нам неизвестно. Что в этой деревне, какая она, что за люди? Знак пограничный. О, столб. Столб. Так это Сувора или Суворова? Подожди, где Сувора? Суворова. 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 Оно может быть суровое для нас. Суворова. А вдруг оно для нас суровое? Козочка, бе. Коза. Коза. С другой стороны. С другой. А мы занимаемся съемкой проекта «Поделись чудом». Ага. Да, ездим по деревням и удивляем местный колорит, так сказать. Было у меня... А ну? Развод был. Это чудо, да, для вас? Да, чудо было, конечно. Развод с мужем – это чудо. Да. Ну, и когда мы еще были у бабушки, у другой Мурманска, там настоящий Дед Мороз вот такой стоял. Вот где знак остановится. А как ты понял, что он настоящий? Ну, что там... У него была настоящая борода, не на ниточке, вот не одежда не такая. Ну, спасибо тебе большое, делись чудесами. Спасибо большое вам. До свидания. Вот так, ребят. Что это за дом, слушай? Это странный. Это Суворово. Это Суворово поселок, да? Село. Село? Разбитые гаражи. Это гетто какое-то. Нету окон. Это ангар. Что это здесь? Понимаете, здесь живут люди. Они живут здесь. Друзья, пойдемте. Мы нашли в Суворово, нашли колодец. Он реально настоящий. Я не знаю, он работает или нет, но я думаю, что вы давно таких колодцев не видели. Давайте посмотрим. Ребята, он настоящий. Это действующий колодец, ребята. Такие здесь мопедисты гоняют. Просыпайтесь! Итак, друзья, это замечательное место. Это магазин деревенский.
классный магазин, в котором есть все. От гвоздя до платья. Я серьезно вам говорю. Давай, пойдем с нами. Давайте начнем с интерьера, экстерьера. Обратите внимание, какое-то объявление. Куплю говядину, быков, коров, телок. Не будем рекламировать телефон. Ну, видно, да, вот то, что вот нужно людям в этой деревне. Продам поросят. Вот. Академия вождения. Ну, то есть интересные такие моменты. Вот, смотрите, самое важное. Требуется косильщик травы. Ребята, телефон оставляю. Реально, кто косит траву, кто умеет косить правильно траву, звоните по телефону и устраивайтесь на работу. Давай. Я хочу косить траву. Бог маркетинга был. Смотрите, это супер реклама. Агазин. Не магазин, а агазин. Я в агазине еще никогда не был. А вы говорите, торговый центр, друзья, вот он, самый лучший торговый центр в ближайшие 20-30 километров. Я прав? Тюль. Все как положено. Все как... Открывай, выходи. Вот так вот. Проходите сюда. Чувствуйте себя как дома. Итак, друзья, ну что, мы оказались в замечательном месте. Это замечательный дом. Хозяйка Елена. Это ее дети. Как вас зовут, мужики? Даня. Даня. Это... Даня? Денис. А Денис, он думал, что он тоже Даня. А тебя как зовут, Карапуз? Ялик. Ялик? Нет. Или Шарик? Я. Ярик. Мам, скажи нормально. Ярослав. Понятно. Ребят, я хочу вас удивить. Вы как бы местные жители этого замечательного селения. Я хочу вас удивить. Я вижу, у тебя есть вилка. Нельзя играться вилками. Ты знаешь, что с помощью вилки и моих рук можно ее сделать гибкой или пучей? То есть она сможет гнуться, сгибаться, нагреваться. Ну, я так умею. Умеешь? А ну покажи. Внимание, смотри. Давай подержу палку твою. Вот, да, краса, вот это понимаю, вот это магия, друзья. Но вы же добавляете сюда силу, правильно? Да. А теперь смотри, на, держи палку, я ее выровню. Дай мне свою ладонь. Я буду трясти вилочку и брошу тебе в ладонь. Только она коснется, сразу ее закрывай, хорошо? Угу. Сразу же, давай порепетируем. 1, 2, 3, закрывай, вот так, и держи ее. Ты будешь что-то ощущать, возможно, но ты не пугайся, хорошо? Поехали, трясем. 1, 2, 3. Чувствуешь какие-то ощущения, скажи? Да. Держи, держи крепко. Что ты чувствуешь? Острое. Острое? Давит. Открывай ладонь. Дай я попробую так. Попробуй сам своими руками согнуть ее. Вот это? Именно этот зубчик обратно, обратно зубчик этот согни. Так. Это не, тяжело. Это не... Самое главное, Ярик, смотри внимательно, самое главное правильно натирать ее. И она сама начинает подниматься, видишь? Да. Да. Круто? Да. Понимаете, но самое главное просто ее трясти, она вот начнет быть гибкой и ломучей, смотри. Ну расскажите нам какую-нибудь историю волшебную. А ну расскажи. У меня, короче, не хватило денег. И чего? На велик. Потом мама добавила, когда я спал в обед. Ага. И я просыпаюсь, пересчитываю, и у меня 8 тысяч. 8 тысяч? Да. Вот это было для тебя чудо, да? Мы с моими друзьями получается, поспорили. Я смогу сделать трюк на велике, получается. У нас возле школы был маленький трамплин. У моего друга был бэмик, ну такой хороший велик. Мы с ними поспорили, то, что я не смогу сделать на лету переворота ручки. И что, и что? У меня первый раз это не получилось. У меня получается так, что я подлетаю, у меня руль сам выкручивается. Да ты чё? Я ничего не делал. Обалдеть. И у меня сам выкручивается, и я его как-то подлавливаю. Мы хотим пить после футбола. Жутко хотели. На улице было 42 градуса. Обалдеть. Именно 42? Да. Именно 42. До сих пор запомнилось. Понятно. И идем, и нам попадается 500 рублей. Обалдеть. Не может быть. Прям ветром. Тебе попало? Прям ветром? Да, прям ветром. Нам вот такие летит купюра. Мы вот так видим, раз, и берем. Купили себе воды на это. Это реально чудо было, да? А сдачу куда дели? Сдачу... Понятно. Сдачу оставил себе, да? Нет, мы ее просто... Всем по кругу раздали? А, мы просто... А, тоже потратили?
А что вы сделали? Просто ее тоже так сделали. Вы отпустили ее, и она полетела? Да. Чудо-чудом. Чудо-чудом, вы понимаете, друзья? То есть им хотелось пить, прилетела купюра, вы взяли ее, да. Купили воды, а сдачу отпустили дальше, да? Да. И, возможно, кому-то она опять прилетела. Да, многие взрослые люди посчитают это глупым. Никто так не посчитает. Которые... Никто так не посчитает, поверь мне. Наши зрители так не считают. Наши зрители сейчас смотрят на тебя и на меня и улыбаются. Это самое важное. Ты такое рассказал. То есть, когда вы хотите делать приятное друг другу, всегда Вселенная вам подбросит деньги, да, или там еще что-то. И всегда надо так же легко с ними распрощаться, правильно? Да. Ты молодец. Как тебя зовут? Даня. Даня, ты красавчик. Вот, ну что нужно еще ребенку для счастья? Супер бассейн. Посмотрите на бассейн. Посмотри на бассейн. Настоящая подкова. Подкова на счастье. Ты смотри, какая подкова. Она уже сыпется, наверное, старая, да? Конечно, поверь, на счастье. Главная радость и счастливая жизнь. Вот, и все. Посмотрите, где они живут. Поле. Поле, коровы, козы, все как положено. Супер, супер дробовик, это класс. Поделись чудом! Подошел к концу наш третий выпуск. Это деревня Суворово, Айвовое. Это был случайный выбор. Мы любим вас, ценим. Оставайтесь с нами. С нами круто, а с вами еще лучше. До встречи, друзья! И самое важное. Просыпайтесь!